А в Сырдарьинском районе не хватает рабочих, хотя зарегистрировано более 800 безработных. В рамках дорожной карты занятости здесь реализуется 18 проектов. На всех объектах уже идут работы, однако рабочих рук не хватает. Наша съемочная группа выясняла причины проблемы. На данный момент в рамках дорожной карты занятости создано 214 рабочих мест. Однако на ремонтно-строительные работы набрано только 124 рабочих. Нет нужных специалистов. К примеру, на строительство двух 24-квартирных жилых домов требуется 58 рабочих. Пока приняты только 8, и то только на подсобные работы. По графику строительство должно быть завершено к середине декабря. Взяли 8 подсобных рабочих. На следующем этапе нам потребуются штукатуры, сварщики, электрики, каменщики. Нужны рабочие руки. Проблема нехватки рабочих рук остро ощущается на всех строящихся объектах. Зачастую люди не знают о зарплате, которую мы предлагаем, потому не хотят идти работать. Раньше по данной программе не было точно установленной зарплаты. Сейчас минимальная зарплата 85 тысяч тенге. Мы предлагаем все рабочие профессии. Корень проблемы найден. Отсутствие нужных специалистов, недостаточная информированность населения о заработной плате и наборе на тот или иной проект. Сейчас в этом направлении проводится разъяснительная работа. Айгерим Курмангали, Ташмурат Альжанов, Бекпулат Абденов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.